Здорово, Капа! Привет, Санек! Доброе утро, наши большие и маленькие телезрители. Феликс. Что это Феликс? Это Феликс. Кто? Ну, сейчас вот довольно редко встречается такое имя. Вот Феликс? Кому. Да, Феликс. Кому бы подошло вот такое имя? Феликс. Феликс. Ну, кот был Феликс. Кот Феликс, да. А Афанасий? Это тот... попугай. Почему? Очень. Ну, ты посмотри, послушай сам. Попугай Афанасий. Попугай Афанасий. Хорошо. Ну, а... Ой, слушай, у меня есть мышь знакомая, у нас в подвале живет. Ну. Мышь Тимур. Мышь Тимур. Тимур. А есть еж Игнат. Ёж Игнат? У меня таких знакомых нет. У меня тоже нет. Но вот Ваня Санников сегодня придет. У него есть знакомый мышь Игнат? Ну, ёж Игнат. Ёж Игнат, да? Узнаем? Интересно. Давай сначала загадку, а потом уже с Ваней и про ежа все хорошо, выясним. Хорошо, хорошо. Хорошо, давай. Внимание, загадка. Нам нужны иголки для шитья, а кому нужны иголки для житья? Нам нужны иголки для шитья. А кому нужны иголки для житья? Только присылайте правильный ответ, получайте приз. Да. Ну что ж, вот и Иван Санников, да, сотрудник библиотеки имени Крапивина. Вань, доброе утро. Привет. Рассказывай, что... Какие там имена, Саша говорил? Ёж Игнат. Ёж Игнат, это кто? Это кто такой? Рассказывай. Это герой книги, ага. Дирка Хеннига. Ага. Ёж Игнат ищет клад. Ёж Игнат ищет клад. Ничего себе. Ёж наш сидел на рыбалке, ловил рыбу. И тут ему попалась бутылка с картой. Так, ничего себе. И он по этой карте пошел. Да, они отправляются вместе со своими друзьями. Хомяк Фома. Хомяк Фома, конечно же. Так. Проходят сквозь разные лабиринты. Ага. Разумеется, вместе с читателем. Угу. Находят множество отличий. Угу. Всяких разных. Угу. Вот здесь, например. О, класс. Да. В конце, вот доберутся доклады или нет, это зависит от читателя. Ничего да. себе. Встречает много необычных имен. Ага. Это такая книжка ребус получается. Ну, слушай, интересно. Ёж Игнат ищет клад. Дирк да. Хеннинг, запомните, дорогие мамы и папы, детишкам своим обязательно почитайте и поиграйте. Мы нашли клад-то, нет? У тебя вот они нашли с тобой, как с читателем? Вань, с тобой. Со мной нашли. Хорошо. А я нашел у кого-то тут... Это мандаринка моя, не трогай. Ну, ладно. Пока, ребят. Ну, пока-пока. Да ладно, бери.